Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у нас в гостях Єлена Бондаренко, я дуже радий вітати, дякую, що прийшли. Всім здравствуйте. Одразу хочу сказати, сьогодні знов будемо говорити російською мовою, тому що з'ясувалося, що достатньо багато сябрів нас переглядає, і спеціально для наших друзів з Білорусі. Ми, звісно, Білорусь – це зараз центральна тема, але ми почнемо не з неї, ми почнемо з іншої важливої теми. От у мене такий вопрос. Що необхідно для того, щоб творчий чоловік себе реалізував в Україні, помимо таланта? И как вы относитесь к состоянию свободы слова у нас? Это, конечно же, я имею в виду наш канал в первую очередь, телеканал КРТ, который пытается нас рада отобрать лицензию, и 112 канал. Но начнем мы с Максим. Творчество, ну, да, с таланта. Да. Я так понимаю, что вопрос, подводящий к ситуации с нашим 12-летним талантом Максом Ткачуком, да, которого, да, по, да, сути, именно по политическим мотивам и с политической мелкой мести сняли с детского Евровидения. Но тогда у меня будет только один ответ, что нужно талант. Для того, чтобы он раскрылся, ему просто не нужно мешать. Вот помощи от нашего государства, вот такого вот колченогого, вот такого ущербного я не жду, но как минимум не мешать и не вмешиваться в творческий проект. А мы как раз и видим, что такие, как Первый национальный канал, какие-то Аласани, какие-то другие идеологически настроенные ущербные люди вмешиваются и мешают обычному ребенку реализовать свое право на успех, реализовать свое право на реализацию таланта, реализовать свое право на победу в конкурсе. Вот мы сейчас наблюдаем за тем, что очень часто молодежь и даже не молодежь выдвигает определенные лозунги, что не надо долго задерживаться на одном месте. Когда мы увидим толпу людей, которые будут держать плакаты и кричать «Аласани, уходи». Ну, во-первых, начнем с того, что, наверное, не все знают, что у нас вообще произошло, да, что мы за инцидент обсуждаем. Давайте, наверное, все-таки по деталям расскажем, да. К нам присоединятся те, кто, наверное, не знал. В Украине, по сути, происходит дискриминация по политическому принципу даже детей. Есть такая ситуация в Украине, что в условиях отборочного тура конкурса «Детское Евровидение» без объяснений снимают лидера этой гонки, 12-летний парень с Волыни, Максим Ткачук. Причину объясняют только тем, что якобы он участвовал в конкурсах, в которых организатором выступала некая страна-агрессор. Как оказалось, на поверку это является чистейшей ложью. В таких конкурсах он не принимал участие. И, конечно же, ну, все сразу отомстили, да, да, отомстили, никто не извинился. Отомстили как раз таки Максиму ровно за то, что весной этого года он принимал участие в... Или прошлого года? Кажется, прошлого года. Прошлого года. Он принимал участие в одном из международных детских песенных конкурсов и пел такую песню «Смуглянка». А это нельзя? Замечу, можно. Более того, песня является визитной карточкой такого фильма, как «В бой идут одни старики». Этот фильм не запрещен. Более того, это также для Украины визитная карточка, поскольку и Леонид Быков, режиссер, это наш с вами соотечественник, и масса других актеров, которые есть, даже те, которые живы, здоровы и сейчас. Поэтому подвергать обструкции и дискриминации человека, который воспользовался и спел песню, которая близка всем нам, ну, это является исключительно ущербным деянием. И более того, это 161-я статья Уголовного кодекса Украины. То есть, по сути, те, кто сейчас призывают расправиться над этим ребенком, а это было после того конкурса, то, что его сняли с этого конкурса сейчас, это вот как раз-таки преследование по политическим мотивам. Есть такие вот ущербные у нас руководители государственных структур, которые, даже не зная условий и устава проведения конкурса, позволяют себе снимать с гонки наиболее популярных. Кстати, хороший вопрос еще был, одна из версий. А кто там второй? Кому помогаем вперед выйти?
Вот пока никто не знает, кто этот второй ребенок, второй ребенок голосованию общественному, да, который теперь вместо Максима Ткачука, может быть, если скандал не будет иметь последствий дальше, если опять все замолчат, не примут никаких мер по отношению к нарушителям закона и нарушителям морали в нашей стране. Вот кто этот второй парень или девушка, которые могут представлять Украину? Хотя теперь это бесполезно. Позорище невероятное. Ну, в принципе, наверное, и второму человеку не так уж будет и приятно получить. Вы знаете, да, приз. Я вам напомню, Тарик, это ж не первый скандал. А вспомните с взрослым Евровидением, когда победительница Марув, по сути, отказалась от участия в конкурсе. А трусливые наши менеджеры, чиновники, чинуши хотели отправить номер два тоже отказались, потом номер три тоже. То есть рынок музыкальный проявил поразительную солидарность и несогласие с государственной политикой. Вот этого ущербного национализма. И Украина на тот момент опозорилась как государство, не предоставив на песенный конкурс Евровидения никого. Те же самые действующие лица, те же самые Аласани. Кстати, Аласани — это глава вот как раз нашей государственной телекомпании, которая вменена в обязанность проводить отборочные туры на Евровидение от нашей страны. Ну, будем смотреть, как будут развиваться данные события. Есть, конечно, маленькое подозрение, что все закончится приблизительно так, как это заканчивалось в предыдущие позором. Спорные моменты. Да, вот да. Позором. Это назло может закончиться только позором. 112-й канал. Сейчас пытались его, скажем так, немножечко прибрать. Тарик, не только 112-й, вот смотрите, последний месяц, три грандиозных медиа-скандала, связанных с тем, что закручивают гайки, пытаются в ручном режиме управлять средствами массовой информации, вводить цензуру, бороться с теми, кто не смотрит с особой преданностью в глаза власть имущим. Это 112-й канал, это телеканал КРТ, и это огромный холдинг, украинский медиахолдинг, в котором работает больше 4000 человек и в котором 50 редакций. И эти 50 редакций, мы знаем их по брендам в Украине, это и «Комсомольская правда» в Украине, и «Аргументы, и факты», и такие журналы, как «Корреспонденты», такие известные сайты, как «Биг Мир», «Корреспондент.нет» и масса других медиа, которые есть в этом холдинге. Вот все три медиа в Украине испытывают очевидное давление и попытку в ручном режиме заткнуть рот тем журналистам, которые обнаруживают ошибки и преступления ныне действующего режима. Что происходит со 112-м? Тоже объясним нашим коллегам или тем, кто просто из-за отпуска упустил, что происходит. 112-й канал, канал, который принадлежит одному из оппозиционных политиков в нашей стране, Тарасу Козаку. И вот за рвивость журналистов в обнаружении ошибок власти этот канал пытаются у собственника отнять, передать в управление такому официальному государственному рейдеру, как Арма, не помню даже расшифровку. Ну, я бы добавил бы Армавира, наверное, было бы очень хорошо. Да, это организация. Пазл сложился. Да, это организация, которая до решения суда занимается так называемым управлением конфискованных активов. И эти активы можно ликвидировать, перепродать за дешевку своим, закрыть, я не знаю, порезать на куски, что угодно. А потом уже собственник, когда по суду отбился и доказал, что он таки невиновен, а собственности уже и нет. В лучшем случае ему вернут какие-то копейки, за которые своим же продали эти ресурсы. И этими ресурсами уже управляют другие собственники. Вот что, в принципе, хотели сделать сейчас со 112-м каналом. Слава богу, общественное возмущение пока не дает им дойти до конца вот в своем этом ущербном замысле. Вот скажите... КРТ! Да, да. КРТ, вот. Ваш канал! Я понимаю, что вы деликатно молчите, потому что вам как бы... Одеяло боюсь... Неудобно не за себя всех, да, заступиться. Да, да. Заступаться будем мы. Да? Телеканал КРТ. Канал, который приютил без малого, действительно,
всех журналистов, которые честны, тех журналистов, которые даже имели тюремные сроки за свои убеждения, за свою... Да, за свою честную позицию, которые сидели в тюрьме, которые были оправданы, которые претерпели абсолютно все этапы политических преследований прелести и травли. Политических преследований. Да. И вот этот канал приютил, дал возможность выходить в эфир, дал возможность творить на этом канале, да, заниматься творчеством, заниматься журналистикой. Ваш канал, если мне не изменяет память, совсем недавно государственный регулятор в лице Национального совета по вопросам телевидения. Проверок, да. Да, лишили вас эфирной лицензии? Ой, там так интересно. Спутниковой? Они вначале лишили нас, то есть на своем заседании, а потом, когда они непосредственно, мы запросили у них решение касательно того заседания, где нам не продлили лицензию, то оказалось, что они все-таки, подумав, решили перенести это на следующее заседание, которое, то кстати, будет завтра. Да. Вы с непродленной лицензией вещаете, да, да, и да. Это такое подвешенное состояние. Да, это подвешенное состояние, потому что, к счастью, видимо, нашлись юристы, которые объяснили этим мудрым, замечательным представителям что Национальной Рады, что они очень много сделали определенных ошибок, и почему-то так если получается. Если не сказать должностных преступлений, да, да, правда? Да. За которые и придется нести знаем, ответственность. И они это знают. И получилась такая идиллия, что пока вопрос наш повис в воздухе. То есть вы им дали по рукам. Конечно же, вы в эфире попросили свою аудиторию поддержать вас. Когда они увидели, что это имеет общественный резонанс, они отползли. То же самое пытаются сейчас провернуть и с холдингом УМХ, о котором мы говорили. То есть с помощью узаконенного государственного рейдера в лице АРМЫ. Да, АРМА – это аббревиатура, объясню тоже нашей аудитории. Это агентство, которое обязано управлять конфискованными активами, конфискованными, естественно, у собственника. Вот пытаются передать в управление АРМЫ просто для того, чтобы потом от имени государства в ручном режиме управлять вот этими 5-10 медиа, которые очень есть. Очень хорошая корпорация получится, мне кажется. Безусловно. Вот если продолжится та же тенденция, то серьезный соперник у Гугла появится. И представьте, Тарик, кто бы буквально вот год назад мог подумать, что это может происходить при президенте, который профессией своей вообще-то вышел из медиа, правда? Человек, который непосредственно зарабатывает свои деньги в медиа, зарабатывал, надеюсь, что сейчас он этим не занят, снимал сериалы, который гневно осуждал когда-то предыдущие режимы за попытку цензурировать информационное пространство. Это и прекрасно, потому что мы... И вот этот маленький такой вот, знаете, Наполеончик, Пиночетик сейчас в нем проявился в полный рост. Это очень здорово, потому что есть другие государства, такие как Швейцария. Люди живут, они понимают, что будет на следующей неделе, в следующем месяце, как в следующем году. Как это скучно году. В Украине. Это неимоверно это невозможно. Скучно. А у нас... У нас каждый день стрессы, каждый день революции, бунты, перевороты, борьба за свои собственные права и борьба с идиотизмом в нашей стране. А вот давайте теперь, знаете, как говорится, соседа всегда интереснее обсуждать. Угу. Это всегда как-то более отвлеченная тема, и она менее грустная, наверное, для нас. Хотя нет, все-таки для нас она это для нас грустная. Для ответственных граждан, для ответственных людей, для людей-гуманистов, конечно, она будет грустная. Вот Беларусь. Она будет, наверное, веселая для тех, кто, наверное, вот живет по принципу: мы оказались дураками, ой, мы одни, о, они такие есть же. Дурнее, да, да, я видела такие комментарии, что о, ну наконец-то в нашем полку идиотов прибыло. Естественно, почему так говорят? Потому что уже потоптались, потанцевали по своим украинским граблям украинский гопак и прекрасно знаем, чем это закончится. То есть мы, скажем так, на 6 лет впереди белорусов вот на этом этапе. Да. И поэтому, конечно, когда звучат вот такие очень жесткие, циничные оценки белорусских событий и пытаются вот отряхнуть как бы, да, зачарованных белорусов и показать: посмотрите, что вы делаете, вы идете по нашей же протаренной нами дорожке, не повторяйте наших ошибок. Белорусы тоже в романтичном таком бреду пребывая, они говорят: у нас будет по-другому. Но вот благодаря этому эфиру, наверное, все-таки мы попытаемся проснуть некоторых особо романтичных людей в Беларуси. Видите ли, вот к
тому, что вы сейчас делаете, в обязательном приложении идет нищета, идет утрата государственного суверенитета, идет ущербный национализм. Я уже это замечаю по поводу «Качают ситуацию» и по поводу независимой белорусской церкви, и по поводу запрета на русский язык. У вас уже еще не случилась передача и переворот. Передача власти и переворот уже качают эту тему. Я прекрасно понимаю, как в Беларуси дальше будут продолжаться эти трансформации. У меня такой вопрос. Мы, конечно, понимаем, что вот эта ситуация, которая сейчас произошла в Беларуси, это следствие каких-то неправильных действий со стороны Лукашенко. Возможно. Да, конечно, конечно. Вот, но в свою очередь наверняка какие-то ошибки делает и оппозиция, то есть люди со стороны Тихановской. Ну, вот... Давайте с высоты небольшой своей, да, и о тех ошибках, и об этих. Что касается Лукашенко, у него есть очевидно желание закрепить за собой статус вечного президента, в чем и содержится его. Ошибка. Вечного не бывает ничего, это раз. И второй момент, он прекрасно должен все-таки осознавать, это его задача как государственника. Люди от него устали. 26 лет видеть одно и то же лицо в телевизоре, ну, не каждый даже при дичайшем постоянстве своего характера способен. Это знаете, как все время утром есть одну и ту же овсянку. Когда-то это надоест. У меня вот вопрос сразу, а откуда взялась вообще вот эта идея, что необходимо обязательно что-то новое? Передача власти необходима. Дело в том, что если не будет конкуренции в стране, то, к сожалению, отсутствие конкурентного поля всегда приводит к застойным явлениям. Но власть же отбирают, хотя, они просто берут. Да, сейчас да, нужно как раз таки сказать, что попытка передачи власти, перехвата, я бы даже сказала, перехвата власти происходит незаконным путем, это раз. Хотя и власть пытается удержаться незаконным. И второй момент, да, а кому, собственно, вы собираетесь отдать эту власть? Вот у меня просто перед глазами такой пример. Жили-жили в плохонькой, но крепенькой, достаточной по комфорту двушке. Надоело в усмерть, хочу жить в палатке бомжом на улице. Ну вот примерно это вот Лукашенко и Тихановская, это вот такая своя надежная двушка и вообще непонятная бомжатская палатка где-то там, я не знаю, на асфальте. Ну, у каждого есть право совершить собственное харакири. Ну вот у белорусов это право тоже есть. Если они не хотят, не способны, категорически отказываются воспринимать украинский опыт, не учитывать наши ошибки, ну мы же не запретим совершать эти же ошибки. Огромная ошибка у батьки была в том, что необходимо было делать определенные туры для жителей Белоруссии в Украину. По местам боевой славы. По местам боевой славы. Немножко вдохнули европейского воздуха. Но вот я хочу. Ну, все равно быть туристом и жить и работать в нашей стране — это тоже разные вещи. То есть приехали бы, увидели хорошие рестораны, ну, в какие-то красивые города, например, Харьков безумно красив сейчас, да. Ну, увидели бы непричесанный Киев, но все равно бы они бы не сделали выводов из этих поездок глубины нашего маразма, который пронизал абсолютно Житомир. Все сферы. Все в Житомир. Ну, об ошибках хочется сказать, как на мой взгляд, мне кажется, наши змагары делают тоже определенные ошибки, я имею в виду людей, которые придерживаются позиции Тихановской. Она заключается в следующем. Было произнесено буквально следующее, что господа силовики, идет вопрос люстрации, и всех мы вас посадим. Не являются ли эти заявления преждевременными? Потому что, как во-первых, мне кажется, вот во-первых, как раз силовики... угрозы силовикам – это вообще-то одна из статей Уголовного кодекса в Украине точно. Я почему-то не сомневаюсь, что в Белорусском уголовном кодексе есть и эта статья тоже. Это первый момент. Второй момент – вот тем, кто пытается угрожать силовикам, должен помнить, что если сейчас таковыми угрозами вы пытаетесь деморализовать этих силовиков, даже в случае захвата власти, ваши собственные, потом приходящие люди на силовые ведомства всегда будут помнить, что вы с ними сделали.
и никогда вас защищать в случае, когда вас ссаными тряпками погонят, не будут. Поэтому тут такое, это вот палка от двух концов. Они пойдут консолидации, вот как раз, если силовики, они, ну я так себе представляю, потому что я немножечко вспоминаю, как у нас происходило в 2014 году, силовики... В какой-то момент они были очень разочарованы в своем лидере, они чувствовали, конечно, что их бросают. Конечно, их бросили, они были деморализованы, их травили их семьи. То есть всячески пытались психологически сломить, что в принципе и произошло. Но теперь посмотрите, власть не может опираться на эти силовые ведомства. На что наша власть-то опирается, Тарик? Давайте скажем честно, наша власть опирается на криминал. На криминал. Они к себе на помощь зовут самый настоящий криминал. Вы думаете, у вас как-то будет по-другому? Нет, у вас будет точно так же. А для того, чтобы попытаться разобраться, кто из нас дает справедливые оценки, я вот настоятельно прошу, друзья белорусы, посмотрите в предвыборную программу госпожи Тихановской. Вы там найдете все, что есть сейчас в Украине по части псевдореформ. Реформа медицины, деньги ходят за пациентами, у нее это прямо прописано. Свободный рынок земли, то есть земельная реформа, как у нас, у нее прямо прописано. Масштабная приватизация, ликвидация государственного сектора в производстве, у нее это прописано. Вот все то, что сделали с нашей Украиной колонизаторы, вот все это вам предлагает Тихановская. Если вам это подходит, ну... Вам никто не запрещает совершать собственное харакири. Очень много комментариев были следующего характера, что, ребята, давайте, пожалуйста, поменяемся. Если вам действительно не нужен Лукашенко, то давайте сделаем определенную рокировку. Ну, Тарик, здесь отчасти все-таки нужно понимать, что и Лукашенко нужно сделать из этого выводы. Выводы какие? Устал народ. Значит, все-таки для того, чтобы сберечь то, что ты достиг, нужно заниматься, так сказать, операцией «преемник». То есть передавая в надежные руки. Нет, я думаю, что есть там как раз такие люди, которым он мог бы довериться. Не обязательно. Я думаю, что мы просто с вами плохо знаем ситуацию по Беларуси. Мы не знаем, кто у них спикер, мы не знаем, кто у них премьер-министр, мы не знаем министров по другим ведомствам. Да? Наверняка Беларусь — это та страна, которая сохранила здоровую кадровую политику. Там все-таки людей назначают по принципу, чего ты можешь достичь, а не нравишься ли ты президенту, являешься его кумом, сватом, братом. Да? Поэтому я просто думаю, что нам не стоит лезть со своими пирогами на их кухню. Они все-таки сами разберутся. Другое дело, что Лукашенко все-таки должен осознать, что вряд ли вот с таким вот недоверием общественным к нему после этой выборной кампании стоит оставаться президентом страны. Лучше уйти с почетом, лучше после передачи власти преемнику чувствовать себя спокойно в своей же стране. Самое главное — найти ровно того, кто не только сохранит надбання, як то кажуть в Украине, да, но и приумножит их. То есть сохранить суверенитет, сохранить свое товарное производство, сохранить свою нейтральную позицию, сохранить людей, сохранить бесплатную медицину, бесплатное здравоохранение. То есть сохранить все те преимущества и бонусы, которые сейчас в Белоруссии существуют, и желательно их приумножить. Вот талант... Вот такая вишенка на торте лидерского таланта господина Лукашенко — это вот найти себе достойного преемника. Вот хотелось бы уточнить по поводу нашего президента, о его вмешательстве, а потом не вмешательство в дела Белоруссии. То есть я, честно говоря, до конца так и не понял, что там произошло с 33 богатырями, которых вначале... вроде бы собирались выдать Украине, потом не выдали. Сейчас оказывается, что это была спецоперация. Причем провалившаяся. Да, опять-таки, давайте по деталям расскажем. Слава богу, они не строят дома, потому что такие дома бы, мы знаем, что с ними было бы. Насколько нам известно, из открытых информационных источников, значит, история следующая. Все мы знаем начало истории, не знаем, с чего она начиналась по-настоящему. Совсем недавно в Беларуси задерживают неких действительно 33 богатыря, называя их наемниками из частной военной компании «Вагнер»,
которая зарегистрирована в Российской Федерации, и обвиняют этих парней в том, что они якобы прибыли в Беларусь с целью захвата власти или помочь, как минимум, сотворить там что-то такое, что помешает Лукашенко прийти в очередной раз в президентское кресло. И их задержали, этих людей. Оказалось, что там есть украинцы, и украинская сторона рассчитывала, что... и были данные, что якобы часть из этих вагнеровцев в наемной форме воевала на Донбассе, забывая вообще-то, что у нас наемники воюют с двух сторон, в том числе и с Российской Федерации, а некоторым наемникам Российской Федерации со стороны украинской армии даже дают гражданство в Украине. Даже Зеленский дал таким. Ну, неважно, да. И начинается такая интересная история. Украина ждет свой лакомый кусочек, когда же отдадут, да, так сказать, в плен тех, кто участвовал в войне на востоке страны. Россияне ведут переговоры, поскольку там большая часть, или почти даже все, кроме одного, это граждане Российской Федерации. В итоге Лукашенко всех скопом, в том числе и с украинским гражданином, отдает обратно вагнеровцев, ну, по крайней мере, их так называют, мы теперь даже не знаем, кто это, Российской Федерации. И Украина остается ни с чем, умывает руки, а потом вообще выползает и такая информация, что, оказывается, год назад наша контрразведка, службы безопасности Украины или Минобороны, я девочка, я в этом мало понимаю. Важные люди. Да, очень важные люди, да, из контрразведки или разведки. Придумывают некую спецоперацию, которую согласовывают с высшим руководством страны, мол, а давайте мы внедрим в Российской Федерации своего человечка, который вот сделает все для того, чтобы к нам в плен попала часть неких россиян, и мы потом их выставили на обмен, рассказывая, что вот видите, это доказательство присутствия русских на Востоке. Я так понимаю, что в этом была сама соль. Ну и последний этап этой операции предполагал, что данные наемники будут лететь куда-то там в Венесуэлу, но обязательно через Минск. В Минске самолет не сядет, потому что этот наш крот будет имитировать эпилептический припадок на борту самолета, и самолет почему-то должен сесть в Киеве, и тут мы их все с нашим спецподразделением «Альфа» возьмем на горячем. В общем, ничего не получилось, получился очередной позор. Оказалось, что это все недолуга операция спецслужб Украины. А тут совсем недавно, благодаря Анатолию Шарию, мы узнаем, что и Безлер никакой Боинг не сбивал, и его вообще из состава обвиняемых персон вывели в свидетели. А потом мы, опять-таки, благодаря Анатолию Шарию, узнаем, что такое крымская провокация с господином Пановым, которая таки была. А мы всему миру рассказывали, что это россияне придумали. В общем, факапы за факапами. Вот позорище на наши седые головы. Так, то есть перемоги не будет в ближайшее время? Пока сутильна ганьба. Вот просто вот ганьба за ганьбой. То есть надо не кровати переставлять, а что-то другое? Нет, надо просто быть честными с самими собой и наконец-то прекратить обзывать военный гражданский конфликт, гражданскую войну на Востоке войной с Россией. Это примечание еще к тому же, что мы еще и войну им не объявили, да? И они на войну не явились. Нужно быть честными и сказать, что наемники, в том числе с российскими паспортами, есть по обе стороны фронта. Нужно признавать, что у нас в этом гражданском конфликте увязли абсолютно все милитаристские садисты мира, которые туда слетелись, как мухи на мед. Нужно признавать, что наша армия используется там незаконно, и абсолютно преступные авиабомбардировки и Донецка, и Луганска, и Кондрашовки, и станицы Луганская, и других мест в Украине происходили, и это военные преступления, которые не имеют срока давности. Нужно признавать то, что мы при обмене удержанными, даже не военнопленными, военнопленные действительно бывают на войне, да, при обмене удерживаемыми лицами мы меняем одних украинцев на других. У нас бы была война с Россией, мы бы меняли на россиян, была бы война с Польшей, меняли бы на поляков. А мы почему-то обмен своими же собственными гражданами производим. Поэтому вот пока мы себе не признаемся и не назовем честно то, что у нас на самом деле происходит, у нас вот будут вот такие позорные события, потому что ну никуда ты правду не скроешь. Вот, Елена,
сейчас вот вы подвели, скажем так, к самым пиковым моментам, тяжелым моментам, которые произошли в Украине. Вот я хотел бы, ну, у нас передача подходит к концу, я хотел бы вот в эту минуту, чтобы вы все-таки еще раз обратились к белорусам, и чтобы вот вы им пожелали вот в данный момент. Потому что я лично отношусь, наверное, к тем людям, которые не хотели бы, чтобы они пошли по нашему пути. Вот искренне. Что бы вы им пожелали? Ну что, братья-сябры, у меня есть только одно пожелание, насколько я имею моральное право. Наверное, я все-таки имею, потому что переживаю очень за вас и за вашу страну. Я понимаю прекрасно, что есть политические спекулянты, которые будут использовать общественный протест. Я прекрасно понимаю, что есть агенты иностранного влияния, которые уже ждут своего куша от вашей страны. Я прекрасно понимаю ваше настроение и вашу боль за то, что происходит в вашей стране. У меня исключительно всего лишь одна большая просьба. Цените то, что у вас есть. Посмотрите, поблагодарите Бога, себя, свою семью, руководство вашей страны за то, что есть у вас сейчас. Чтобы не оказалось так, что эти протесты приведут к утрате того, что у вас есть сейчас, и приобретению исключительно новых проблем, а не устранению старых. Смотрите, кому вы передаете власть. Безусловно, на нынешний момент от господина Лукашенко необходимо требовать честной и конкурентной политической борьбы. Но это не значит, что вы должны свою судьбу отдать в руки абы кого. В Украине уже дважды отдавали власть абы кому. Вот в данном случае ищите достойного кандидата, внимательно смотрите по сторонам, посмотрите, кто не только способен сохранить уже нажитое, но и обрести что-то новое и полезное для каждого из вас. С Богом! Дуже дякую за такие... Это такие напутствия. Я надеюсь, что люди сделают правильные выводы. Делитесь этим видео со своими друзьями, родственниками и думайте. Ну, реально думайте. С вами была программа ТБУ, Топ-блогеры Украины. Мы желаем вам всего наилучшего, мира вашему дому. И оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Спасибо, будьте все здоровы. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.